Но кто из нас в детстве не писал письмо Деду Морозу? Просили обычно конфеты, игрушку, какой-нибудь шикарный подарок и так далее. Правда, вот теперь те дети выросли, и что просить у Деда Мороза, неизвестно. Давайте узнаем у жителей нашего города, о чем бы они попросили Деда Мороза в письме. Пойдемте со мной. Вы, как взрослые люди, скажите мне, пожалуйста, чего попросить у Деда Мороза в письме такого, чтобы он исполнил? Я стесняюсь сказать, у меня есть желание. Мне кажется, я знаю, что она хотела попросить. А чего бы вы попросили у Деда Мороза, чтобы он обязательно исполнил? Вот одну мечту какую-нибудь. Чего попросили бы? Здоровья. Писали когда-нибудь письмо Деду Морозу? Да. В детстве. Чего просили в детстве? Компьютер. А сейчас вот, если бы сейчас удалось бы написать ему письмо, и вы бы точно знали, что он его исполнит, чего бы вы попросили? Семью. Честно, я думал, что он попросит компьютер. Попробуйте крычевычи. Дед Мороз существует. Если вы напишете ему письмо, желание обязательно исполнится. Чего бы попросили? Я бы попросила, чтобы все было хорошо у моих детей и внуков. Я не знаю, у меня все есть, мне не надо ничего. Счастливый вы человек. Ну, хоть нам бы чего-нибудь пожелали бы. Здоровья. Чтобы дети были здоровы. Чего же я попросила бы? Ну, спокойной жизни, чтобы и денежку. Пенсию побольше. Как мы сегодня узнали, жители Сарова готовы фантазировать на тему того, что Дед Мороз действительно существует. И если бы была возможность у него попросить какое-то одно желание, просили бы денег, здоровья, ну а кое-кто хотел бы даже попробовать икру чевичи. Для вас про Деда Мороза и подарки выясняли Кирилл Осенин и Артемий Глазков.